верховья Чебоксарского водохранилища. Я заехал сюда всего на один день, чтобы присоединиться к бригаде продвинутых щукарей под руководством Дмитрия Красникова с целью поймать трофейную щуку. Представляю бригаду щукарей. Александр Занкин, Денис Демарин, Михаил Фомин, Сергей Гагарин, Игорь Занкин, Дмитрий Красников. Первый день ловли прошел вполне успешно, несмотря на явно выраженную осеннюю погоду. Щуки хоть и не сразу, но клевать начали. Тем самым заставили забыть о всех превратностях погодных условий. Свою большую щуку я подержал не более 10 секунд, зато поймал на джиг бычка-подкаменщика. На этом моя рыбалка завершилась. С чувством полного неудовлетворения я покинул водохранилище. Тихо завидую ребятам, которым ловить еще один день. На следующий день погода не принесла сюрпризов и осталась такой же плохой. Но не загорать же ребята приехали, а щук ловить. Тогда по лодкам и вперед, навстречу ветру. Отходим от базы. Ветер поднялся довольно-таки сильно, идти тяжело. Но сейчас уйдем за острова вот туда вот. Я думаю, что там будет поменьше ветер и будет гораздо комфортнее рыбачить. То есть туда, где были вчера. Где щуки ловиться после обеда начали. От базы до островов минут 15 хода по волнам. На хороших лодках сущий пустяк. Вот и точка. Здесь, перед затоплением водохранилища водой, забыли или не захотели вырубить лес. Так или иначе, теперь в лесу живут не белочки и зайчики, а щуки, судаки и окуни. Таких подводных лесных массивов на водохранилище предостаточно. А следовательно, есть где жить большим щукам. Потихонечку, нормально все. Сегодня погода позволяет половить рыбу нормально. Вполне нормально сегодня. Нормально-то нормально, но Сергей попросился на более устойчивую лодку. Поклевки последовали буквально с первых забросов. Такое впечатление, что щуки ждали. Хороший навес. Трудно сказать о точном весе свежепойманной щуки, но вклад ее в улучшение настроения рыболовов весьма весом. В основном используем мы приманки компании FishCat, модели Jungle Cat, крупные миножки, 140-й. А также были использованы приманки модели Tiger Cup, 170-й, 205-й. Самое интересное, щуки очень положительно отзывались на такие большие приманки. Скорее всего, они руководствовались принципом «большому куску рот рад». А рыболовы-то как рады от их жадности. Серег, вон, да, смотри, кстати, да. Наверное, такая, ну, затрешку явно. Вон она. И снова отличился экипаж Дмитрия Красникова. Точнее, он сам. Удалось поймать рабочую глубину. Собственно, я ловил в основном на воблер джангл. Вот. Работали, вот, поднимали пассивную щуку. На больших глубинах при ловле воблеры огружали немножечко, вот, для того, чтобы они в оптимальном горизонте воды шли. Смотри, что-то клюнуло. Ага, смотри. Да, что-то вытаскивает. Нормальное. Наступила очередь Саши Занкина
получать удовольствие от щучьего концерта, полностью состоящего из импровизаций на неопределенную тему. Данные воблера уже в течение, наверное, 2 или 3 месяцев являются у меня фаворитами для сложных условий. Но, тем не менее, на такой большой воде было очень приятно с ними поработать. Интересно, кого поймал Денис Димарин? Кульбитов и прыжков не видно. Может быть, судак? Ну, я думаю, точно щуку. А вот насколько, сейчас посмотрим. Сомнения развеяны. У Дениса щука. Есть! Денис у нас наконец-то отловился на воблер. Все пытался поймать при помощи джига и проводки. Глядя на других, что все ловят на воблер, все-таки поставил тот же фишкет и отловился. Но активность все-таки проявляется больше на глубине, значит, 4-5 метров. Щука активна, довольно-таки жадные поклевки. Вот, значит, все поймали. Вот у нас 3 лодки у нас находятся, значит, на воде. Вот ловим все примерно в одинаковых местах, в одних и тех же. Вот все ловят, у всех поклевки, сходы, вываживание. То есть рыбалка очень интересная. Вот так всегда. Клевало вчера и будет завтра. Не повезло мне попасть в завтра. Я уехал. Такое впечатление, что щуки просто боятся меня. Стоило мне уехать, и такой клев. Обидно. А теперь вашему вниманию самый захватывающий момент этой рыбалки. Саше Занкину удалось соблазнить воблером мамку. Все попытки уйти домой в коряжник Саша грамотно пресек, форсировав вываживание. Одновременно на другой лодке произошли сразу 2 поклевки у Дмитрия и Михаила. Вот это рыбалка! Что самое удивительное? У Дмитрия судак, у Михаила щука. По логике вещей, они рядом не должны жить. Однако живут. Коряжник большой, всем мест хватает. Хорошая складывается рыбалка. Фишкет работает. И очень даже неплохо. Я бы добавил, очень хорошо работают воблеры. В умелых руках. Несколько щучек поймал сегодня на вот такую вот палочку Black Hole. Очень мощная выдиралка из коряг. Вот, твичит воблеры 20-30 грамм. Очень даже хорошо. Экипаж Дмитрия Красникова, очевидно, заякорился на подводной дороге, по которой плавают щуки. Иначе как объяснить такое количество и качество поклевок? Для ловли на крупные приманки класса минов, на крупные твичбейты, вот размером 170 и 205, используются силовые джерковые палки длиной где-то порядка 1,70–2 метра с тестом 30-80, 40-120. Мощные силовые катушки, мощная плетенка 50-80 либров. Мощный поводок из титана, либо из другого материала, длиной где-то порядка 30 сантиметров.
Ну и вот такая снасть вам обеспечит хорошую рыбалку и поимку крупной щуки. Плюс немного умения, знания мест, хорошую лодку, машину, дачу и жену. Всего-то. Тем временем Игорь поймал очередного судака. Нет, щуку вываживать адреналина больше. Этот побарахтается у лодки, и все. Такое впечатление, что судакам наплевать на свою судьбу. Поймали, а дальше будь что будет. Судак не трофейный, но значительно крупнее предыдущего. Вернемся к воблеру. Основная его глубина 1.5 метра. С головкой в 6 грамм мы его загоняли до 7. Очень плавный твич. Щука очень хорошо на него отзывается. Много хваток, много трофеев за эти дни. Очень понравилось покрытие воблера. На этот воблер было поймано порядка десятка хороших щук. Ну, как видим, покрытие осталось целым. Следуя законам драматургии, ближе к вечеру у Дмитрия клюнула она. Щука-мамка. Или уже даже бабушка. И это вываживание я оставлю без комментариев. Они не нужны. Пятерочка на джангл-бэк. Как не больше. Все больше даже. Пацачек, да? Где же его взять-то? Лучше отходить назад. Это крокодил. Это где-то килшей. Ты ее так сможешь взять за голову? А? За голову сможешь? Блядь. Давай я попробую. За голову ее опасно такую. Вот я боюсь. Пальцы аккуратненько. Тут она как давай, такая, вверх? Давай, 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 давай. Вверх-вниз. А нет, тут только не бери. Сдавливай сильно. Давай в лодку скорее. Опа! Настоящий трофей пойман к исходу второго дня рыбалки. 6,5 килограммов. Это уже что-то. Как после такого не сказать? Рыбалка удалась. Осенний жор щуки, он вот у нас на глазах происходит. Вполне можно ловить также крупными приманками. Не только привычным джигом. Воблеры убираются в коробку до следующей рыбалки. На этом с легким налетом грусти прощаемся с Чебоксарским водохранилищем и его большими щуками. Нет, не прощаемся. Говорим до свидания.